В Сызрани состоялось первое заседание городской общественной палаты. Создана она была в беспрецедентно короткие сроки. Всего 3 недели понадобилось, чтобы подготовить необходимые документы и определить состав. Педагоги, врачи, журналисты, профсоюзные лидеры и даже экс-прокурор и военный летчик. В числе 19 избранных – представители самых разных профессий и сфер. Первый вопрос на повестке – выбор председателя. Им стала директор филиала Самарского госуниверситета, кандидат исторических наук Галина Романова. Кроме того, были определены председатели и члены 8 комиссий. Следующее заседание назначено на 14 августа. Оно пройдет совместно с комиссией по общественному контролю областной общественной палаты. Ожидается рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой дорожно-транспортных происшествий в городе и области. Это знаковое событие для города Сызрани. Это любой человек может сегодня прийти в общественную палату к председателям комиссии, к членам общественной палаты, задать свои вопросы, и они будут быстрее решаться, нежели чем они будут ждать в очереди на прием к главе, на прием к заместителю. Но я так уверена, специалисты и члены общественной палаты очень авторитетные люди, когда-то занимающие большие должности, сегодня работают на определенных должностях, они смогут решить ряд проблемных вопросов, которые поднимает население. В числе приоритетов у нас, конечно же, будут вопросы ЖКХ, вопросы здравоохранения и образования. И много других вопросов, я думаю, которые жизнь сама поставит перед нами. И надеюсь, что мы сможем оперативно на них откликаться. Так надо, чтобы это было.